Больше сотни ульяновцев накануне вечером собрались на улице Камышинской на красивой и облагороженной аллее. Новая тротуарная плитка, фонари и удобные лавочки. Также не забыли и про зоны активного отдыха. Турники и спортплощадки уже пригодились. Ребята из спортивных секций используют их по назначению. Прошлый год стал решающим для этой территории. Ульяновцы сделали ее участницей программы формирования комфортной городской среды. В 2018 году, когда у нас шло голосование, какие же территории в городе в приоритетном порядке должны быть благоустроены, победила. Она заняла второе место. 9626 человек проголосовало за благоустройство этой территории. Церемонию открытия аллеи решили провести во Всемирный день соседей. Праздник молодой, его начали отмечать в 2000 году в Париже. Позже соседскую волну подхватил и весь мир. Ульяновская область в стороне не осталась. Место народных гуляний посетил губернатор Сергей Морозов. Он не только поздравил ульяновцев, но и вспомнил, какой была аллея в разные десятилетия. В момент создания его это было красивейшее место в Ульяновске. Я жил вот здесь через Свиягу в Киндяковке, и мы сюда приезжали, смотрели и завидовали, как здесь люди живут, когда было это все построено. Потом в 90-е годы, начало 2000-х годов, мы видели о том, что все это находилось в ужасном состоянии. Это место, где, в общем-то, люди были такие антисоциальные, собирались. На Камышинскую съехались и представители территориальных общественных самоуправлений. Председатель ТОСа Орловский Александр Козлов успел похвастаться своими дружными и порядочными соседями. У нас соседи, именно соседи по дому знают, по-моему, вот всех от детишек до внуков по именам и даже домашних животных. Возвращаясь к теме благоустроенного объекта, стоит упомянуть о масштабах проведенных работ. 1,5 километра тротуара покрыто качественной плиткой, а 2 гектара парковой зоны полностью переоборудованы. В перезагрузку места отдыха вложено чуть более 27 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.